Эффектные маневры и дерзкий внешний вид. В Тольятти на автодроме прошла 48-я традиционная автомобильная гонка, посвященная Дню машиностроителя. В соревнованиях по ралли-кроссу приняли участие около 70 пилотов из разных регионов России. За победу сражались в 7 категориях. За рулем были как опытные водители, так и дети от 8 лет в классе юниор. Больше всех призов завоевали гонщики из Тольятти и Ижевска. Зрители же смогли насладиться зрелищным шоу, по которому они соскучились за время самоизоляции. Да, я сегодня специально приехал из Самары сюда поболеть за наших спортсменов, за наших багистов, за наших вот гонщиков. Очень интересно, хотя бы серебряный ладья у нас остался, а так вообще никаких соревнований больше не проходило в Самарской области давно уже. Поэтому я очень рад, очень интересно, очень доволен.